Область по-прежнему является одним из ведущих аграрных регионов России. На выставке будет представлено более 70 наших предприятий. Мы покажем самые разные виды продукции, покажем развитие агропромышленного комплекса региона. Будем дальше вести встречи и переговоры с нашими инвесторами, в том числе с возможными инвесторами. Если говорить о итогах работы за год ведь еще не закончился, и погодные условия, которые сейчас, они, конечно, осложняют ситуацию. Тем не менее, мы сработали не ниже уровня прошлого года. Надеемся, что эффективно завершатся посевные работы. Некоторое время у нас еще есть, хотя, еще раз говорю, сегодня мы уже обсуждали эту проблему в правительстве, что погодные условия действительно сдерживают посевные. Но надеемся, что до конца октября мы все задачи выполним, и зимой будет посеяно, значит, будет хороший задел на урожай следующего года.